очень тяжелая игра, очень долго мы входили в эту игру, то есть первые 15 минут играли плохо в плане того, что много давали пространства сопернику, плюс сами плохо очень контролировали мяч, но гол как-то встряхнул, стали действовать намного лучше, перерывы еще немножко подсказали, и второй тайм, в принципе, играли очень хорошо, создали очень много моментов, можно назвать эту игру даже игрой нереализованных моментов. Создали, наверное, игры на 3, но, слава богу, обошлось, что в конце забили решающий гол, добились победы. Ожидали такой игры, вот энергетика, которая на 11 да, месяц? Да, конечно, знаем всегда, энергетика – это всегда команда молодая, амбициозная, которая хорошо бежит вперед. Но, скажем так, ну, я говорю, вначале еще раз мы немножко переоценили свои возможности и очень расслабленно вышли. Впереди важная игра с Шахтером. В каком состоянии команда подходит к этой игре? Ну, сейчас задача восстановить их. То есть завтра у нас уже тренировка восстановительного плана. Будем готовиться. Я думаю, просто здесь настрой будет очень много решать и бойцовские качества. Потому что физические кондиции уже конец сезона. Как бы немножко тяжеловато играть вторую игру. Но Шахтер в таких же условиях тоже сегодня играет игру. Поэтому будем биться. Тяжелый матч достаточно. Команда пусть занимает 11 место, но она хорошо контролирует игру, хорошо переводит мяч с фланга на фланг, также хорошее открывание за спину. Тяжелый матч. Если абстрагироваться от счета, какой тайм больше понравился тебе? Второй, потому что мы взяли мяч под свой контроль, начали вести свою игру, быстрый разворот с фланга на фланг, также открывание за спину. Это придало нам успех. А что не получилось в первом тайме? Концентрации. Первые 15 минут мы пропустили этот мяч, не хватило концентрации, а потом опять взяли этот мяч под свой контроль и получилось. Как считаешь, 2-1 это счет по игре? Я думаю, нет. У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше мячей, но реализация не очень бывает, поэтому, соответственно, такой счет. Ну, слава богу, что в конце Муса забил этот мяч и... Было очень классно. С каким настроением команда подходит к матчу с Шахтером? Очень сильно настраиваемся, потому что сейчас идет борьба за третье место у нас, и поэтому нельзя терять очки ни по какому матчу.